Нет, кого-то мы нашли. Кого-то мы нашли. Да, здесь непонятно, как играть. Давай сюда, подальше. Надо, чтобы он сильно агрессивно не становился. Что-то добегает. Да, такое себе, такое себе. То есть у нас только Quick Advance. И усё. Ну, смотрим. Посмотрим, посмотрим. Окей.
Тут есть шанс. Шанс, а не получка, не аванс. Да, шанс он е. Получится. Не, ну вы шутите. Крысы против крыс. Окей. Что ты будешь играть? Окей. Окей. Нормально, нормально. Хм.
Наверное, у него тоже escalation, но тут уже ничего не поделаешь. На, не прёт, так не прёт. Блин, не хотел сыграть. Ладно. Ничего не поделаешь. Опять ходит первым. Точнее, ему выгодно ходить первым. Он выбирает.
Блин, надо же было его пушнуть, да. Лол, ты шутишь? Я еще не туда пушнул, но это моя ошибка, да. Да. О, неужели у него удар не получился? Бывает и такое. Что у нас там? А кубиков 3. Наконец-то мы кого-то убили. Да.
Так, нам осталось вот этого убить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Только этот раз. Да. Да, нормально. Да, ну сейчас нужен. Лично. Подожди, а где же моя плоечка? Я ее сбросил? Я ее сыграл. Я думал, это плоечка. Да, тогда пофиг. Тогда мы особо ничего и не сыграем. А он тоже ничего не сыграл. Тогда это очень хорошо. Только один глорик получим, да? Это что у нас? Ну это, кстати, мы можем выполнить. Нет, этот апгрейд мы играть не будем, мы его скипнем. Так. Такое себе. Да, сейчас уже у меня кубики пошли.
Ну, мы ничего не поделаем. Плюс хита нету. Непонятно, что он делает. Он что ли кырка бить собирается? У меня же здесь. Ну ладно. Шелона мыло получилось. Так, пускай он там их убивает. Да? Да, сейчас мы убегаем. Сюда. Пас. Да, убил. Кубики там, по-моему, крытые, да. Ну и зачем это было делать? Не получилось. Ну, кстати, это хорошо. Это значит, что мы получим глорик.
Это изи глорик. Неплохая игра. Да, мне тоже понравилось.